Всем привет! Сегодня я покажу вам гитару Cort CJ Med X. Не знаю, что это значит. Но в конце написано NAT, значит цвет натуральный, не черный. Значит, это акустическая гитара размером Jumbo или Super Jumbo. Явный закос под Gibson. Но немножко упрощенный, попроще голова. Проще бридж, стоит в 10 с лишним раз меньше. Ну и посмотрим, на что она годится. Значит, сначала показываю звук в подключенном виде, без обработки, ну кроме реверберации легкой. Переключаем фазу, почему-то немножко меняется звук. Так, теперь попробую поставить к ней микрофон. Ну и если микрофон плюс пьезу сделать. Ну и попробуем что-нибудь не просто побренчать, а поинтереснее. Так, значит, что у нас тут еще? Тут у нас есть эквалайзер, можно добавить басов или убрать. То же самое с средними. С высокими.
Еще есть presence. Плюс. В минус. Ну вот, собственно, общая громкость. И, собственно, на этом электронику все посмотрели. Батарейка шла в комплекте. Еще в комплекте зачем-то идет дополнительный порожек. Есть дополнительный пин, что хорошо. Ключ для настройки анкера. Но анкер здесь настроен сейчас хорошо. То есть вот, если проверить, все нормально по всему грифу. Строит она везде хорошо. Но доступ к 12-му ладу не очень хороший, ну, выше 12-го. Значит, из минусов здесь немножко покорябанная окантовка. При закатке ладов немножко повредили. Здесь небольшие потертости на этой самой окантовке. Здесь есть маленький микроскопический скол. Здесь какие-то непонятные катышки. Вот здесь чуть-чуть покраска. Ну, как бы это все мелочи. Лады в очень хорошем состоянии. Бенды делать легко. Ну, только струны жестковаты для бендов. В целом, гитара очень удобно лежит в руках. Очень удобный гриф. Приятно, очень приятно не играть. Не знаю, классно. Так, сейчас еще опущу микрофон, попробую что-нибудь побренчать без подключения.
Собственно, мой вердикт. Я эту гитару уже полюбил. Мне она нравится, я ее оставляю. Стоила она недорого. Со своими задачами справляется на 5 с плюсом. Мелкие огрехи по косметике за такую цену простительны, ну, более чем. Особенно с учетом шикарного внешнего вида, удобства игры и звука. Звук мне реально понравился. Он не бубнящий на низах. Прям красота. Чистый, достаточно чистый звук. Вот. Бегло рассказал, показал. Больше, собственно, мне говорить нечего. Всем пока.